Итак, сегодня день рождения у Алексея Анатольевича. Как вы себя чувствуете в эти свои 23,5 года? Прекрасно, потому что мы окружаем его, вся его большая семья. Да, да. Мы приехали любовью. в чудесный ресторан. Ясную Поляну. Да, мы с вами в Я в свое время праздновал Лев Толстой. Здорово. И его дети все. После видеосъемки очередно он ушел. Ну, замечательно. Я у себя последний рубах и ушел в поля. Спасибо, что пригласили на день рождения. Нам очень все нравится. Хорошая, замечательная погода. Да вы-то вот приехали. Вы знаете, что мы уже все приехали. Мы привезли солнце из Геленджика. Солнце. Солнечный Краснодар. И ветер из Краснодара. Ветер, да. Да. Все. Не, не все. Надо еще что-то подарить. Нужно. Дирижер. Да, дирижер. Останавливайте. Я смотрю, вас, хорошо, продолжай. Очень вас хорошо, не остановить, продолжай. Очень хорошо. Просто даже не подозреваю, что ты можешь камеру снимать. Это так круто. Продолжайте, продолжайте. Вы бы еще нас вечером спросили бы, как у нас дела. Так мы еще и вечером спросим. Не, хорошо, снимайте, продолжайте. Просто какое-то огромное удовольствие. Две съемки, когда снимаете, камеру спрашиваете. Ну расскажите, как вы проводите свои мероприятия? Мы проводим свои мероприятия, хорошо. Все супер, все правильно. А, звоните нам 8-918-46-45-503. Организовываем мероприятия, да. Праздники, банкеты, свадьбу можно проводить. Продажа чебуреков. Чебуреков. Да, чебуреки с томатным соком. Вот так заходит. Для любителей шампанского исключительно кристалл за 38 тысяч. Знаменитый соленый торт «Вулкан». Это видео или... Это видео. А, это было все-таки видео. Я не знаю, что-то говорить нужно или что? Не обязательно. Просто. Это красиво. Лучше молчи. Просто дорогие гости, вы просто смеетесь. А мы всегда смеемся, мне всегда весело. Вам со мной повезло, я такая лысь классная. Это да. Ну как вам сегодняшний солнечный день? Я могу сказать вам одно, что мне нравится в таком отдыхе, как сегодня. Который сегодня мы. Во-первых, ты находишься на природе, не слышишь шума машин, ты видишь замечательное озеро, которое похоже на болото, но ничего страшного. Ты можешь вкусный чай попить в ресторане в уютном, ты можешь поучаствовать в мероприятиях, покидать дротики в цель, можешь не попадать сильно, получить за это вино. Вот, что тоже очень приятно. Можешь покататься на лошадях. Я тут делаю вам рекламу, кстати, можешь мне позвонить, мне с моей фамилией. На конях. Вы мне должны денег. На конях, на слав. Вот. Класс, Я хочу снятся и поздравить. И сюда, Юрий. С днем спасибо. Рождения. Спасибо, шутка. Поздравляю. Съемка уже идет. А, да. Заботливый, любимый, нежный, ласковый, веселый, родной. Какого про другого парня говорите? Все про тебя. Строгий и справедливый. Сегодня строгий, но справедливый. С днем рождения. Персик наш. Спасибо большое.